Дорогие друзья, мы рады вас видеть на нашем канале Алли Борисовны Пугачевой. Теперь не очень сладко. Почти год Примадонна вместе со своим муженьком и двумя детьми живет в Израиле. На родину артистки уже никто не ждет. Во-первых, из-за нелестных высказываний о соотечественниках, а во-вторых, из-за полученного ею гражданства. На Аллу Борисовну обрушилась настоящая волна негатива, и она пытается всем своим видом продемонстрировать, как она счастлива на чужбине. Однако в реальности, если верить телеграм-каналу журналистки Алены Жигаловой, сейчас певица совсем не сладко. Местные сообщили ей, что дом звезды в Кесарии ограбили. Якобы какая-то банда злоумышленников украла $500 000 и ценные вещи. Причем действовали преступники очень профессионально, взломав все камеры в особняке, чтобы их уж точно не нашли. Если эта информация правда, то Алла Пугачева за границей влипла в криминал. Вот такая у нее беззаботная жизнь. Аноним также сообщил, что после случившегося Примадонну увезли в израильскую полицию, чтобы написать заявление. Помимо ожидания поимки преступников, певице теперь придется наводить порядок в своем же доме, ведь они там все перевернули. Стоит отметить, что $500 000 сейчас для артистки совсем не маленькие деньги. Говорят, что за границей она живет скромнее.